Наши родители зажигают тот самый очаг. Можно просто храм? И сегодня еще раз я хочу напомнить, что у нас на календаре, как вы в начале свадьбы говорили, какое сегодня число? 26 октября! Не забыли. И это очень здорово. Самое главное, 26 октября любого года звонить нашим ребятам и поздравлять их с годовщиной свадьбы. А лучше всего будет, если мы придем к ним на годовщину таким составом, каким мы были сегодня. С такими же родными, с которыми сегодня, друзьями, мы сидели за этими столами. Да, многие приехали издалека, но если же они все-таки приедут также на годовщину и так далее, еще раз, это будет здорово. Ребят, Лен, Вадим, я просто хочу, чтобы вы посмотрели на родителей. Лен, посмотри на родителей. То же самое, посмотри на маму, Вадим. Совсем недавно вы были еще маленькие, когда они первый раз повели вас в детский садик, когда они повели вас первый раз в первый класс, когда вы росли и взрослели, они всегда дарили вам только самое лучшее. Это сердце, душу и любовь. Да, может быть, ругали, но ведь дабы, чтобы повзрослели, стали только умнее. Вы всегда бежали к ним, когда у вас была проблема, или когда вы были безумно рады, вы делились с ними радостью. Да, было многое, вы влюблялись. Бывало, любовь проходила. И вы всегда были с родителями рядом. Всегда делились только с ним самым сокровенным. И сегодня, 26 октября 2013 года, ребят, вы создали свою семью. И вы покидаете родительский очаг. Но посмотрите в его глаза. Они сегодня счастливые, но где-то чуть-чуть грустные. Но грустить не надо, потому что эти аплодисменты счастья для вас, родители. Звучат просто очень громко. Лена, Вадим, сейчас у вас в руках свеча, которая не горит. Не горит так ярко, как горит в руках ваших родителей. У них горит этот очаг, который греет их долго. И я надеюсь, дорогие родители, что эта свеча у вас в доме никогда не погаснет. Она будет гореть только ярко и ярко. И еще самое главное, сегодня отдайте частичку тепла вот этой молодой паре. Пусть у них так же, как у вас в доме, горит этот очаг. Поделитесь, и пусть у них никогда не погаснет. Под бурные аплодисменты зажигается новая семья. Новая, замечательная, красивая пара города Ахтубинска! Ребят, пусть этот очаг никогда не погаснет. Из поколения в поколение он зажигается вашим детям. От ваших детей, чтобы они зажгли вашим внукам. И самое главное, сегодня в этот день мы все вместе желаем вам счастья! Счастья! Начинаем, пожалуйста, а мы возьмем все за руки. Наши родители сделают свой маленький кружочек, обнимутся. А мы все вместе споем эту прекрасную песню. Один куплет. Давайте по часовой стрелочке вот так вот пройдемся вокруг молодых родителей. Громче! Родители молодые тоже с кружочек возьмитесь немножечко. Все вместе поем! Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. И все вместе! Мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит. Желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. А теперь, родители, загадайте желание, глядя на эти свечи. Вадим, Лена, то же самое, посоветуйтесь на ушко, чего вы хотите. Загадайте одно желание на двоих. Загадайте, загадайте, потому что задув эти свечи, все вместе сейчас пятером, эти желания по-любому сбудутся. Главное, верить, главное, верить в то, что оно сбудется. Готовы? Загадали? Точно? На счет три. Раз, два, три. Задув эти свечи, я безумно хочу, чтобы ваши желания сбылись.
Родительские желания тоже сбывались каждый день. Все, что они загадали. Ну и прощаюсь с вами, дорогие гости. Я хочу сказать еще одно. Ребят, хочу, чтобы в будущем ваши дети стояли такие же красивые, как вы. А мои дети стояли такой же, как я, с микрофоном. Спасибо огромное!